Региональный сосудистый центр РСЦ откроется в этом году на базе Одинцовской областной больницы. Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Андрей Фадеев на встрече с жителями городского округа, которая прошла 13 февраля в администрации муниципалитета по инициативе Общественной палаты Московской области. Оборудование для РСЦ уже закуплено. В ближайшее время предстоит определиться с местоположением центра либо в городе Одинцово, либо в Перхушково на базе районной больницы номер 2, сообщил Андрей Фадеев.